Сегодня в Ледовом дворце «Химик» жарко. Новополоцкая юниорская команда «Химик» проводит так называемую предсезонку. В нынешнем учебно-тренировочном матче новополочане встречаются с питерской командой «Невский». Тренеры и игроки команд настроены по-боевому оптимистично. Первоочередные цели – это закладка фундамента на весь сезон, физическая подготовка. Обычно август всегда уже перед началом сезона начинаются предсезонные матчи. Это везде так происходит. Естественно, помогают. Набор игровых кондиций. Также вот играем сейчас 2,5 звена. Это и дополнительно набор функциональных возможностей. По спортивным объектам нас все устраивает. Лед, тренажерный зал, игровой зал. Все есть в одном месте, все удобно. Вот такие предсезонные игры – отличная возможность для хоккеистов и тренеров под иным углом взглянуть на свой состав команд, отточить тактику игры и в конце концов рисковать. А риск, как известно, дело молодое. Спортсмены готовы экспериментировать. Самое главное – все выходящие на лед сегодня искренны в одном. Эти парни совмещают любимое дело – игру в хоккей с полезным – подготовкой к новым стартам. Поработали, поиграли в хоккей. Да, не получилось выиграть, но это ж тренировочные игры. Здесь всегда можно, ну, где-то рискнуть, где-то есть ошибки. Разбираем, потом игры, разговариваем. Я думаю, им только все это на пользу. Товарищеский матч в рамках тренировочно-спортивных сборов сегодня завершился победой гостей из Питера. Итог игры 2-5. И это тот самый случай, когда результат не цель, а скорее средство, чтобы становиться лучше и опытнее. Было страшно, потому что счет мог легко измениться в их сторону. И уже все ребята уставшие, у нас всего 2 пятерки. И ну, было сильное напряжение, давление. Но мы справились. Хорошая игра. Было много силовой борьбы. Прокатывались иногда. Но хорошая игра, понравилась. На прошлой игре выиграли, сейчас вступили. Не было 2 игроков. Что-то получалось, что-то не получалось. Готовимся к сезону, чтобы в сезоне выиграть, занять первое место. Были моменты у нас, но немного реализации не хватило. Трое парней не было, которых хотелось бы видеть. Ну, все понравилось, парни молодчики. В Новополоцке питерские хоккеисты пробудут до 12 августа. В расписании спортсменов ежедневные тренировки на льду, в спортивном зале и обязательно на свежем воздухе. Кроме того, обязательная часть тренировочных сборов – знакомство с городом и культурная программа. А на полоцкой земле однозначно есть что посмотреть.